Еще больше интересного, любопытного, важного. И еще больше вашего доверия. Вашего доверия. Хоккейный клуб «Югра» не попал в число участников плей-офф. Накануне завершился регулярный чемпионат. О том, что ханты-мансийцы потеряли шансы на продолжение борьбы за Кубок Гагарина, стало известно сразу после перерыва, связанного с Олимпийскими играми. Тогда «Югра» уступила со счетом 1-4 «Северстали». В последнем же матче регулярки команда из окружной столицы оказалась сильнее команды «СКА» из Санкт-Петербурга 2-1. Теперь ханты-мансийцы сыграют утешительные плей-оффы за Кубок Надежды. Молодежная команда «Мамонты Югры» уже стартовала в плей-офф и играет в серии до 3 побед со снежными барсами из Казахстана. Оба матча остались за югорчанами. Реклама на радио. Раз. Реклама на телевидении. Два. Реклама в газетах и журналах. Три. Дизайн и полиграфия. Четыре. Наружная реклама. Пять. Рекламно-информационное агентство «5 звезд».